Ненаглядная моя. Пожалуйста. Молодой человек. Молодой человек. Не оставляйте меня так. Умоляю. Я беременна. Пожалуйста. Помогите. Умоляю, помогите. Мой ребенок должен жить. Пожалуйста. Умоляю вас. Помогите мне. Молодой человек. Не оставляйте меня. Прошу вас. Пусть Бог накажет тебя, чтобы ты не услышал детского смеха у себя дома. Никогда. Безумно влюбленные. Эй, ты меня слышишь? Ну в чем дело? Просто мысли полетели. Сатур, считанные дни остались до нашей свадьбы. Может, пойдем в свадебный салон? Платье? Угу. Ладно, давай идем. Куда собрался? А наш заказ. А-а-а. Сначала десерт, потом платье. Ладно. О чем так задумался? Все нормально? Да-да, конечно. Не верю. Что-то не похоже. Все в порядке, не обращай внимания. Почему так долго не несут десерт? Пожалуйста, побыстрее можно? Он как черепаха ползет. Ты и вправду хорошо себя чувствуешь? Да, нормально. Пусть Бог накажет тебя, чтобы ты не слышал детского смеха у себя дома. Здравствуй, сынок. Как спалось? Доброе утро, мама. Доброе утро. Выпей чаю. Сейчас твой Асрор придет. Не успеешь толком позавтракать. Кажется, кто-то обо мне говорил. Сыночек, как ты, мой дорогой? Доброе утро. Спасибо. Как вы сами? Давайте все вместе позавтракаем. Спасибо, тетушка. Я уже позавтракал. У нас совещание в 9. Нам давно уже пора. Ой, а когда поговорим о свадьбе? Вы не беспокойтесь по поводу свадьбы. У нас почти все готово. После совещания я вам лично помогу. Старина, ты что сидишь? Давай переодевайся. Не опаздывайте, ладно? Смелей, смелей. Вечером родственники придут в гости. Ты ни о чем не думай. Если ты переживаешь из-за расходов, я сам обо всем позабочусь. Сыграем свадьбу в центре города. Артисты тоже готовы. Умоляю, помогите. Мой ребенок должен жить. Пожалуйста, умоляю. Помогите мне. Не оставляйте меня. Вот увидишь. Позовем всех артистов на свадьбу. Ты ни о чем не думай. Все будет отлично. Садор, что с тобой? Все в порядке? Замучил меня своей болтовней. Оставь меня в покое хоть на минуту. Все, хорошо. Что-то не похоже. Все в порядке, все отлично. Перестань допрашивать меня, пожалуйста. Мы же опаздываем. Садись. Пятнадцать дней спустя.
Бисмиллаху рахману рахим. Как спалось, мама? Отлично, сынок мой. Как ты? Доброе утро, мамочка. Спасибо, мама. Как сама, моя дорогая? Спасибо. Привыкаешь к новому дому? Да, мама. Да, привыкнешь. Ешь, сынок. Угощайтесь, мама. Угощайся, невестка. Хорошо выспался? Да, хорошо. А ты? Да, спасибо. Чай. Спасибо, дочка. Дай Бог тебе здоровья. Чай. Бери. Сейчас она обожжется. Вот, мама, беру. Угощайтесь, мама. Иду. Добрый день. Здравствуйте. Это квартира Асраровых? Да, точно. Вас беспокоят из городского управления внутренних дел. Случилась кража у ваших соседей. 53-я квартира. Ужасно. Обращайтесь к нам, если обнаружите подозрительные лица вблизи, хорошо? Обязательно. Спасибо. До свидания. Передай вон те документы. Угу, так. Бог в помощь. Они тебе еще много раз понадобятся. Как делишки, ребята? Как наш молодожен? Как видите, прекрасно. Сардор, как ты? Нормально, как ты сам? Каково это быть женатым? Любопытная Варвара. Всю ночь не спал, что ли? Глаза выдают. Брось, а то я тоже начну, но ты не вытерпишь моих шуток. Да. Меня тоже можешь поздравить. Он чего-то затеял? У меня родился сын. О, отличная новость. Ты что так долго молчал? Поздравляю, поздравляем, папаша. Пусть Бог накажет тебя, чтобы ты не услышал детского смеха у себя дома. Чихана за мой счет. О, зажигаем. Ладно, к делу, ребята. Сегодня чихана. Больше никаких планов. Где купим продукты? Обсудим. Да, такие вот дела. Все к столу. Куда? Пропал. Где тебя носит? Приготовил лично. Заждались мы тебя. Где Бикрус? Он сегодня шеф-повар. Послушайте, кто следующий? В чихане посидим. Конечно, Сардор. Его черед. Не мой черед. Он же недавно женился. Он тоже станет отцом. Ну да. Круг отцов расширяется. Да, точно. Выпьем за будущее. Давайте, давайте к столу. Выпьем за наших детей. За молодожен. Ребята, свежий анекдот. Рассказать? Валяй. Одна женщина постоянно проклинала своего мужа. Чтоб руки твои сломались, чтоб ты стал калекой. А опять за свое. Перестань такие грубые анекдоты. Сердце у меня сжимается, когда слышу такие нелепицы. Да? Сам не пойму почему. Ладно, не буду. Послушайте. Проклятие женщины очень опасно. Да перестаньте вы наконец-то. Хорошо. Вспомнил один хороший анекдот. Доктор, скажите, можно ли считать жену лекарством, если она капает на мозги по 3 раза в день? Ну как, понравилось? Пусть Бог накажет тебя, чтобы ты не услышал детского смеха у себя дома. Никогда. Мама! Мамочка! Да, сынок. Пришел? Да, спасибо. Все хорошо. Как сами? Как ты? Неплохо. А где Сакина? Вдруг ей стало плохо. Захотела немного отдохнуть. Стало плохо? Так внезапно? Почему? Недавно почувствовала себя неважно. Я поднимусь, мама. Да, конечно. Сакина? Да, дорогой. Как ты? Да, неплохо. Не переживай, все нормально. Что стряслось? Нигде не болит? Мама сказала, что тебе стало плохо. Нет, уже прошло. Ты лучше переоденься, пойдем к врачу. Я уже сходила. Да? Да. Что доктор сказал? Доктор сказал,
чтобы я тебе сообщила, одно есть. Ты скоро станешь отцом. Да? Да. Стану отцом? Да. Не шутишь? Нет. Правда? Отлично. Мама говорит, ей плохо, а у меня чуть сердце не остановилось. Стану отцом. Станешь папой. А ты станешь мамой. Даст Бог. Благодарю тебя, Всевышний. Sevgilim bu kunni kutdik uzoq Keldi shu kun Hayajon bosib kecha kechasi tunda yo'q Qochdi uyqu Go'yo go'yo yuragim ham Shoshilib o'rayotgandek So'nggi so'nggi lahzalarda Go'yo vaqtlar to'xtagandek bo'ldi Сардор! Сардор! Сардор, просыпайся! Сардор, просыпайся! Сардор! Больно! Сардор! Сардор! Просыпайся! Умираю. Я умираю. Который час? Спи, милая. Засыпай, дорогая. Сардор, помоги мне. Больше не выдержу. Просыпайся, больно мне. Что с тобой? Вставай. Пойдем к врачу быстрее. Осторожно. Вставай. С днем рождения! С днем рождения! Поздравляем! 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 С днем рождения! Поздравляем! А теперь самые приятные новости. Сегодня Сардора Чайхана. А, да-да-да-да-да, оторвемся сегодня. Как же мы любим Чайхану, самое лучшее место в городе. Ой, Сардор, что случилось? Что с тобой? Сардор. Как ты? Голова кружится. Может, позвать врача? Что такое? Дать воды? Хочешь воды? Что такое? Говори что-нибудь. Не пугай нас, Сардор. Что с тобой? Ну, говори же. Принеси воды быстрее. Ему не хватает воздуха. Давайте его поднимем, ребята. Хорошо? Вот, выпей горячего чаю. Сардор, придешь в себя. Ой, нет, ребенок... Что случилось? Ой. Сардор, что с тобой? Оставьте меня. Нет. Оставьте меня в покое. А!
Садор, ты не переживай. Еще все впереди, все наладится. У вас будет много детей. Я сам во всем виноват. Садор, брось, не мучай себя так. Все будет хорошо, мы всегда готовы помочь. Джасур, я проклят, проклят. О чем ты? Что за проклятие? За 2 недели до свадьбы я сбил на машине беременную женщину и сбежал с места аварии. Она такое говорила. Она проклинала меня. Что ты несешь, Сардор? Как можно бросать беременную женщину в таком случае? Ты спятил? Я испугался. До смерти испугался. Успокойся. Что я мог поделать? Зачем эти вопросы? Ты что, меня допрашиваешь? Я был напуган. Что я должен был делать? До свадьбы оставалось всего 2 недели. Доложить это в милицию? Мне снятся кошмары. Повсюду ее голос, ее слова, ее проклятие! Проклятие, проклятие! Сардор, все, успокойся, перестань. Все будет хорошо. Не заходи так далеко, хорошо? Пройдет все это. Все наладится, Сардор. Ты лучше пойди домой, отдохни, поспи, потом еще поговорим. Иди к черту! Оставь меня в покое! Сардор, возьми себя в руки, успокойся. Ладно, пошли. Оставьте его в покое. Уходите. Добрый вечер, мама. Добрый вечер, сынок. Как ты? Мама, почему вы готовите еду? Твоя теща пришла. Во всем обвинила нас. Якобы это мы не заботились о ее дочери как следует. Увела свою дочь. Почему? Как она могла? Куда увела? К себе домой. Куда еще? Вот увидишь. Она сама вернется. Не унижайся перед ними. Ты понял? Стой. Куда ты, сынок? Стой. Мог бы поесть. Все испортилось, Господи. Мама, я пришел за Сакиной. Да? А это почему? Опять будете ее мучить? Сколько раз она говорила: «Мама, мне плохо», а я не обращала внимания. Вы все неправильно понимаете. Никто не обижает ее. Просто так должно было случиться. У нас будет много детей. Нет. Она никогда не вернется в ваш дом. Она моя единственная дочка. Как я могу жить здесь спокойно, когда она мучается у вас? Как? Сакина, вернемся домой? Или останешься здесь? Если не согласишься сейчас, я больше не вернусь за тобой. Видишь? Никуда она не пойдет. Пускай поймет свою вину. Вот увидишь, пройдет время, и он вернется. Обязательно вернется. И будет извиняться. Не плачь. Успокойся, солнышко мое. Пусть Бог накажет тебя, чтобы ты не услышал детского смеха у себя дома. Никогда. Oh.
Сынок, поужинай. Я не голоден. Как не голоден? Мама. Пожалуйста, оставьте меня одного. Пусть не вернется. Нечего так переживать за нее. Есть много хороших девушек. Если согласишься, я найду тебе такую красавицу. Неужели все так легко, мама? Ну ладно. Я выйду. Сынок, не переживай так сильно. Вставай. Подыши свежим воздухом. Идем со мной. Мама. Не надо. Ну ладно. Только не терзайся так. Мне больно на тебя смотреть, сынок. Смотри, какие фрукты разные. Нет, лучше другие возьмем. Возьми мандарин. Давай лучше яблоки. Все они хорошие. Смотри. Вот. Немного мягкие. Да-да. А может, винограда купим? Смотри, хорошо давайте выглядит. Давайте купим персики. Давай. Мы просто ходим вокруг да около. Давайте купим побыстрее. Здесь свежие фрукты. Они такие мелкие. Ты опять о своем? Может, наконец решимся? Хочешь повеселиться? Ты за девушками или за фруктами здесь? А? Опять? Я же эксперт по знакомству с девушками. Знаем, какой ты эксперт. Да, знаем, ты у нас профи. В этот раз получится. Валяй тогда. Покажи свой мастер-класс. Нашел место. Ну-ка. Добрый день, девушки. Меня зовут Шахрухон. Это вы виноград любите, да? Виноград. Вот это красный, маленький. Любите, да? Если хотите, я вам просто подарю. Пока справляется. Просто-просто-запросто подарю. Просто-просто, он прям попугай. Просто купим, отдадим. Нет, спасибо. Отдам с челяком, отдам. Я вам позвоню. 30 000 за виноград. Чего? Я не заплачу, почему у них не спросил? Эксперт, вот вам мастер-класс. Вот так смешно, да? Совсем не смешно. Нечего так смеяться. Ну, сколько? 30 000. 30 000? Сардор, одолжи мне. У меня нет столько денег. Не стоило так суетиться с пустым карманом. Брось, мы же немного повеселились. Ухажер, щедрый ухажер. Побыстрее, ребята, вот так лучше. Вот, классные покупки. Теперь поедем в любимую чихану. Сардор, посмотри, это же Сакина? Да, тот самый. Да нет, мне так показалось. Спасибо. Может, ты ошибаешься? Нет, это она, я уверен. Это не она. Ему так показалось. Просто очень похоже на нее. Да-да, я ошибся. Чувак, успокойся. Остынь, Сардор. Шахрух ошибся. Поехали уже. Открой дверь. Садись в машину. Ну-ка, открывай. Вот так, хорошо, садись. Все нормально. Все, ты за рулем. Поехали, смелее, поехали. Ты чуть все не испортил. Я думал, это Сакина. Думал, он обрадуется. Заткнись. Давай, поехали. Это не Сакина. Я ошибся.
Эй, это не она. Сядь, садись в машину. Хватит уже. Ты же сам сказал, что это она. Хватит уже, садись в машину. Наконец-то. Вот так. Сардор, успокойся. Не бери в голову. Как я могу успокоиться? Она же моя жена. Мы еще не развелись. Она уже ходит с другим. Я тоже не ожидал. Ладно, постарайся не думать об этом. Ну, дальше что? Разведусь. Так будет лучше. Забудь. Давай, покушай. Ты же голоден? Да. Опять новый анекдот? Все за столом. Икрус, давай уже, где плов? Заждались мы. Потерпите. Я вот подумал, все идеально. Не хватает только русалок. Опять за свое. Тебе всегда их не хватает. Опять плачешь, дочка. Мама. Все не так просто. Не так легко, как ты думаешь. Счастливые дни еще впереди. Все пройдет. Успокойся, дочка. Все будет хорошо. Может, я должна дать ему еще один шанс, мама? Поверь мне, он сам вернется и извинится. Вы скоро помиритесь. Ты только потерпи немного, потерпи еще. Терпение приносит спасение. Но все, не плачь. Не плачь, дочка. Все наладится. Черт. Алло. Ты где, Сардор? Да, Бехрус. Партнеры заждались тебя. Я был близко. Машина сломалась. Спеши, возьми такси, опаздываешь. Хорошо, хорошо. Скоро буду. Увидимся. Вам куда, молодой человек? Привет. Подбросьте до метро Беруни. Конечно, садитесь. Вы отлично водите машину. Спасибо. Скоро 3 года будет. Почему выбрали эту работу? Не женская работа. Да. Именно. Не бывает трудной или легкой работы. Главное – зарабатывать честно. Согласен. Может, скажете свое имя? Ди
10 000 из вас. Можете выйти. Спасибо. Возьмите мою визитку. Звоните, если понадобится такси. Хорошо. А, Сардор, что делаешь? Ключи от машины, она у тебя совсем новенькая теперь. Проблема была в аккумуляторе. Восстановили его. Спасибо тебе. Ты меня выручил. Не за что. Есть еще одна просьба. Приказывайте, мой хозяин. Я слушаю. Шутник. Отвези машину ко мне домой. Не понял? Хочешь ехать на метро? Я не шучу. Нет. Есть... встреча. Срочная. Все ясно. Выполним. Спасибо тебе. Ты иди на свою встречу. Надо ознакомиться с этими документами. Это важно. Вот, это дело. Ты так не вовремя. Как не вовремя? Если рабочее время. Я сам спросил их вчера. Ага, ясно, ясно. Может, ты сам справишься? Все, ладно, ладно, не думай об этом. Можешь спокойно идти. Ты спас меня. Справлюсь, хорошо. Сами решите, да? Не переживай, докончим. Дело срочное, пойми. Понял. Куда он? Не будь таким любопытным. Меньше знаешь, крепче спишь. Ладно, что за бумаги, а? Алло. Привет. Хочу заказать такси в центральный цветочный магазин. Да. Подожду у двери. Отлично. Все хорошо. Парень с цветами. Вы мне? Да. Да, вы. Вызывали такси? Нет. Вы же звонили мне 10 минут назад. Вы что, шутите? Я не шучу, я не вызывал такси. Ясно. Шучу, шучу. Безобидная шутка. А не тебе. Мне? Да, тебе. Почему? Потому. Можно выбросить, если тебе не нравится. Нет, конечно, нравится. Они прекрасны. Ширин, я так проголодался. Может, перекусим где-нибудь? Этого не хватало. Прости, что отнял у тебя время. Ну ладно, зайдем куда-нибудь. Вот это другое дело. Поехали. Их поставим сюда. Вперед. Вперед. Озор етмаген пок севгімге Бехуда излама озинча мендан Кыдырсан хам айп топмайсан Берим кон бар бара мехр балан Тойып тойып сене еркен Еркелай токи рукарнам тола Гуморларым осмонга еткенча Калбымнин кубыда Оттылар куаншлар Ичимге сыгмастан Сен томон талпынар Бушаран созлар Асарым сен Mana shakarim sen, savana mana hayotim sen, mehribonim jonim jonim jonim. Kim uchun kim sabab mendan voz kechding? Yo bo'lmasa kimlarga meni almashding? Bilib qo'y, lekin xatoga yo'l qo'yding. Qo'lingdagi baxtingni o'zing boy berding. Endi men senga qaytmayman vaqti kelsa ham. Afsuslaring menga qaytarsa ham. Ayriliq qog'ir bo'lsa ham. G'ururim yo'q qo'ymas hech. Endi qaroringa men qarshi
Ширин, уже 2 месяца, как мы познакомились с тобой. Если ты не против, давай поженимся. Что скажешь? Ты уже обо всем знаешь. Угу. Да, знаю. Мы еще не готовы для свадьбы. Сейчас мама больна. Братья увезли ее в Москву. Я тоже должна зарабатывать, чтобы хоть немного помочь им. Угу. Понятно. Ты не думай о расходах. Я сам все куплю тебе. Даже не знаю, что ответить. Но пусть будет по-твоему. Если не против, сыграем маленькую свадьбу. Без излишеств. Я согласна. Сыграем аккуратненькую свадьбу. Я позову своих подруг, а ты своих друзей. Да. Кстати, немного подождем. Как только разведусь с Акиной, пойдем с тобой в ЗАГС. Угу. Ладно. Спасибо тебе за понимание. Мама! Я наверху. Добрый день, мама. День добрый. Как ты, сынок? Отлично. Какие новости? Мама, я хочу жениться. Опять? Опять, мама. Как ты думаешь, сынок, где будет лучше сыграть свадьбу? В Италии или во Франции? Мама, я серьезно. Я и вправду хочу жениться. Послушай меня. Мне сейчас не до шуток. Вы еще с Сакиной не развелись. Пока не развелся, но разведусь. Тебе так легко жениться, разводиться. Да. Кто это счастливица? Есть одна хорошая девушка. Я это поняла. Что за девушка? Ну, обычная девушка. Ее зовут Ширин. А ты ее Фархад, да? Вроде того. Чем занимается? Она шофер. Что? Шофер? Ты в своем уме? Такие девицы бывают очень грубые, они ругаются. Да и вообще не назовешь их женщиной. Мама, а где написано, что такое дело не для девушек? Это ничего не меняет. Она вам понравится. Она очень красивая, умная, такая добрая. Обязательно понравится. Вижу. Влюбился по уши. Мама, я уже все решил. О, Господи. Значит, уже все решили. Ладно, дай мне ее адрес. Матушка моя, спасибо. А ты мой богатыш. 14 дней спустя. Красавица, привыкаешь к новому дому. Нравится тебе у нас, доченька? Умница моя. Ты будешь мне как родная дочка, Ширин. Теперь этот дом в твоем распоряжении. Ты теперь в этом доме будешь новой хозяйкой. Поняла, мама. Сегодня я останусь у своей сестры. Вы с Сардором будете хранителями нашего очага. Хорошо? Как скажете, мама? Умница моя. Молодец. У меня к тебе одна просьба. Ты ухаживай за мужем как можно лучше, но не напоминай ему его прошлое. Как скажете, мама? Я останусь у сестры на пару дней. Хорошо, мама. Уже уходите? Да, уходим. Хорошего дня.
Сначала подброшу маму к тете, потом сразу на работу, хорошо? Хорошо. Хорошего времяпрепровождения, дочка. Веселитесь. Да хранит вас Господь. Аминь. Аллаху Акбар. Договорились? Да, желаю вам приятных дней. Обязательно. До скорого, дочка. До скорого. Не выходи. Я сам дверь закрою. Счастливо, мама. Алло. Слушаю. Шерзад. Да. Обед готов. Ясно. О, Господи, за что мне такое наказание? Не сноха, а воровка. За что мне такие испытания? Сардор, не переживай. Вот мошенница. Ты же не знал ее. Кто бы мог подумать, мы найдем их. Обязательно найдем. Нет худа без добра. Да замолчи, надоел своими пословицами. Мне не до философии. Лучше бы ты замолчал. Извините, Асроров? Мы вас оставим. Вы поговорите. Мы будем здесь. У меня к вам несколько вопросов. Ага. Слушаю. Ваша жена, оказывается, сняла здесь квартиру, но в последние 2 недели она не была там. После свадьбы прошло точно 14 дней. А у вас есть адрес ее знакомых? Как жаль. Сколько расходов. Итальянская мебель. И телевизор хороший. Это был мой подарок. Как жаль. Да, кто бы мог подумать. Ребята, говорите, что хотите. У них чуточку совесть есть. Хоть ведро оставили. Запрет ты несешь. Ты совсем спятил? Нашел время. Тебе так смешно, да? В своем уме? Да ладно, ты лучше принеси что-нибудь попить. Я бы заварил вам чаю, но осталась ли хоть одна пиалушка, а? Перестаньте, что подумает Сардор. Все, замолчите. Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет. Да, точно. От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь. Да, правильно. Точно. Осторожного коня и зверь не берет. Шей шубу теплее, жену выбирай добрее. Сардор смотрит на нас. Перестань. Ну, давайте, давайте. Все. Вставай, смелее, быстрее. А ведро оставить? Да замолчи, пошли, пошли. Если вы знаете ее знакомых и их адреса, нам будет легче ее найти. Сынок, не мучай себя так. Богатство найдется, лишь бы здоровье было, сынок. Для меня самое главное — это твое здоровье и твое счастье. Мама, простите меня. Замучил я вас. Из-за меня потеряли все. Дорогие вещи, драгоценности, бабушкины украшения. Не забивай себе голову. Сынок, ничто не вечно. Самое главное, мы здоровы и целы. Для меня твое здоровье, твоя улыбка на лице – самое главное. Все остальное найдется, неважно.
Я прошу тебя об одном. Помирись с Акиной. Ладно. Договорились, сынок. Все будет хорошо. Только вы не переживайте. Ваше здоровье самое главное. Знаю, сынок. Спасибо тебе. Сакина. Привет. Зачем пришел? Послушай меня. Нечего мне слушать. То, что ты женился, то, что ты счастлив, может, она беременна. Не начинай, Сакин. Я только... Хватит! Кстати, тот молодой человек – мой двоюродный брат. Однажды я говорила тебе, что он уехал за границу. Я не такая, как ты. Сакина? Как делишки? Такое прекрасное место, Надыр. Споем тебе такие песни. Ты все испортил. Где Бекрус? Сардор? Почему они не пришли? Мы созвонились с Бекрусом. Он уже едет. Думаю, Сардор не приедет. Почему? Что с ним опять? Он все еще любит Сакину. Друзья, мы должны поговорить с ней. Я знал, что так и будет. Ладно, есть одна идея. Что за идея? Что за идея? Пусть Бекрус придет, тогда поделюсь. Да, подождем его, а пока споем песенку. Нажми на плей. Ну ты и насмешил нас, богатырь. Ладно, мне пора, у меня сегодня занятия. Ты почаще приходи к нам, мы очень редко видимся с тобой. Ладно, буду почаще приходить. Ладно, я пошел. Хорошего дня. Он такой забавный, мама, такой шустрый. Да, он еще очень юный. Ребята, Сакина работает в этом магазине. Кто-то из нас должен туда зайти и узнать обстоятельства. Угу. Ясно. Может, ты зайдешь? Чего? Опять я? Ага. Вы ничего не можете делать без меня. Вы это знаете? Да. Иди, иди. Он обязательно что-то испортит. Может, справится? Пусть постарается. Живем и увидим. Добрый день. Добрый день. Как поживаешь? Хорошо, спасибо. Ты здесь работаешь? Да, давно. Да, красивое место. Да. Хотел девушке купить цветы, но не могу определиться. А какие цветы ей нравятся? Я вообще-то не разбираюсь в цветах. Ясно. У нас очень много разных цветов. Если честно, Асрор хотел с тобой поговорить. Не старайтесь помирить меня с Сардором. Пожалуйста, прошу вас. У него важное дело. У меня нет времени. Извини. Ладно, извините. А давай мы розы добавим. Вот так. Друг, мы должны их помирить. Им самим трудно сделать первый шаг. Да, ты прав. Ну что? Поговорил? Нам лучше смотаться отсюда. Понятно, я же тебе говорил, он все испортит. Ты не парься, у меня еще одна идея. Классная идея.
Иди со своей идеей. Знаем мы твои идеи. Алло. Да, Сардор Кадырович. Рано, позови мне Асрура. Оказывается, он заболел. Сегодня не пришел на работу. Ладно, понятно. Тогда позови Бихруза. Он недавно звонил. Тоже заболел. Здесь есть кто-то здоровый? Ладно, займись своим делом. Хорошо. Сакина! Привет. Как поживаешь? Здравствуй. Сакина, есть минутка? Как ты? Спасибо. Я очень спешу. Давай в другой раз. И оставьте меня в покое. Сакина, подожди. Алло? Да, это я. Что? Что с Сардором? Что с ним? Сейчас подъеду. Что случилось? Он попал в аварию. Сейчас в больнице. Что? В какой больнице? Давай, пойдем. Да-да. Сардор, вставай. Надо идти. Что с тобой? Куда? Асрора увезли в больницу. Нужно немедленно ехать. Когда? Кто увез? Я тоже не знаю. Давай, вставай. Быстрее, быстрее. Пошли, надо быстрее ехать. Да, быстрее. Сардор? Сакина? Как ты? Что ты здесь делаешь? Зачем такое вранье? Кем вы себя возомнили? Не устали лгать? Никогда не прощу. Ни тебя, ни твоих поступков, ни твоих друзей. Сакина! Сакина! Сардор, мы это... Сардор! Сардор, подожди! Все наладится. Извините, принесите меню. Простите, но мы уже закрываемся. Я не спросил вас, во сколько закрываетесь. Принесите меню. Вы неправильно меня поняли. Мы должны закрыть кафе. Я тебе говорю, принеси меню. Что здесь происходит? Можешь идти. Не понял. Вы кто такая? Я владелец этого кафе. Ну и что, это ничего не меняет. Надо аплодировать и дарить вам цветы. Кажется, я вас узнала. Так быстро? Откуда? Помните, 2 года назад вы сбили одну беременную женщину и сбежали с места аварии? Вспомнили? Вы помните эту женщину? Та женщина — это я. Вы? Пусть Бог накажет тебя, чтобы ты не услышал детского смеха у себя дома. Никогда. Вы... Да, я. Простите меня, умоляю вас. Знаете, я получил по заслугам. Пожалуйста, простите меня. Мне очень жаль. Я поступил с вами очень мерзко. Я давно все забыла. Увидела вас и вспомнила. К счастью, тогда подъехал другой человек.
Увидев меня, отвез меня в больницу. Они спасли мне жизнь. И я им очень благодарна. Как... Что... Что с ребенком? Ребенок? С ребенком что? Ему не навредили. Сейчас он с няней. Хорошо. Слава богу. Вы нас извините, но наше рабочее время закончилось. Простите меня. Вы только простите меня. Мне больше ничего не нужно. Все хорошо. Я вас давно простила. Самое важное, вы поняли свою вину. Покаялись. Это самое главное. А теперь мне пора. Счастливо. Благодарю вас. Мама, как вы? У меня срочное дело, пойду я. Сынок. Тебе тоже одиноко. Может, мы... Нет, мама. Не буду жениться. Я не говорю тебе о женитьбе. Может, сходим за Сакиной? Заберем ее обратно. Мы тогда приняли неправильное решение. Я сама должна была пойти за ней. Должна была. Не надо, мама, не начинайте. Ой. О. Давай, доча. Ой, заходите. Здравствуйте. Мы вас не побеспокоили. Как вы, как поживаете? Добро пожаловать. Здравствуйте, мама. Здравствуй, дочка. Ну вот. Я привела вашу дочку. Как я рада. Теперь она в вашем распоряжении. Ну что вы. Она мне как родная дочка. Мамочка, моя дорогая. В тот день случилось недопонимание между ними. Да, конечно. Все мы ошибаемся. Да. Простите, мама. Ты мне как родной сын. Дети мои. Пойдемте к столу. Приятного аппетита. Тихо. Мама проснется. Ularni operatsiyaga tayyorlash uchun kuch kerak bo'ladi. Men to'xtatsam, kimningdir hayoti to'xtaydi. Поделишься? Ешь. Опа! Будешь? Да ладно. Хоть один, да? Один. Спасибо. Фильм озвучен на студии Miracle.
suratga qarataman Juda 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 Nafosatga to'la manzara zara Rangi rangiga bo'ylar yarashgan rostdan haqiqiy tabiiy Bebaho estalik Betakror g'animat ne'mat yoshlik Internet chatda Atta batta Faqat yaxshi niyat bekordan bekorga boy berma qaytmas yoshlik Bebaho estalik Betakror g'animat ne'mat yoshlik Internet chatda Atta batta Faqat yaxshi niyat Bekordan bekorga boy berma qaytmas yoshlik